Финская корпорация предлагает Омской области сотрудничать в сфере биоэнергетики, животноводства и рыбной промышленности. Ассоциация General Finland представляет целую группу малых и средних предприятий из Северной Европы. Встреча прошла в региональном правительстве. Иностранные предприниматели рассчитывают на то, что в Омской области заинтересуются опытом ведения сельского хозяйства в северных условиях. Только одна финская корова в год дает почти 9,5 тысяч литров молока. Наши в два раза меньше. Делегация Суоми заинтересована в итогах этих переговоров. Их бизнес несет убытки из-за введения санкций. С 2014 года товарооборот между Финляндией и Омской областью сократился в два раза. В том числе и поэтому предприниматели стараются быть вне политики. Мы не преследуем никаких политических амбиций. Наш подход прагматичный. Мы хотим, чтобы наши народы работали и дружили. Мы предпочитаем заниматься бизнесом, а не политикой. К тому же нам есть чем поделиться друг с другом на взаимовыгодных началах.